какого числа родился человек, такая у него вся жизнь. Нумерологи убеждены, что число рождения влияет на судьбу человека так же, как его имя или окружение. Зная свои сильные и слабые стороны, ты сможешь эффективнее спланировать свою жизнь и добиться больших успехов. Что же таит в себе число нашего рождения? Первое число. Лидеры. Люди, родившиеся первого числа, независимы, самодостаточны и оригинальны. С малых лет обладают огромной силой убеждения и проявляют волевой характер. Революционеры. Прирожденные лидеры и новаторы. Однако, склонны к эгоцентризму и редко считаются с мнением окружающих. Любопытно, что самоуверенные единицы весьма скованы и стеснительны в проявлении чувств. Этому им предстоит научиться. Второе число. Сверхчувствительные. Уравновешенные и тактичные люди. Прирожденные дипломаты, способные договориться с кем угодно. Это надежные деловые партнеры и друзья. Прекрасные семьянины, преданные близким людям до последнего вздоха. Благодаря прирожденной чувствительности, рожденные второго числа часто выбирают творческие профессии. Но из-за природной застенчивости им трудно дается принятие важных решений. Другая крайность впечатлительных двоек – склонность к хандре и депрессиям. Третье число. Искренние жизнелюбы. Людям, рожденным третьего числа, присущ здоровый оптимизм, игривость и беспечность. Они умеют наслаждаться жизнью и не заостряют внимание на трудностях. Тройки. Знатные весельчаки и украшения любой компании. А еще эти люди с рождения наделены исключительной интуицией. Поэтому к их мнению стоит прислушиваться. Но уж если они начинают хандрить, то могут надолго уйти в депрессию. Также крайне тяжело переносят разлад со второй половинкой. Четвертое число. Трудоголики. Гиперответственные, волевые особы, готовые горы свернуть ради поставленной цели, способны своими силами сколотить большое состояние. Зачастую четверки имеют аналитический склад ума, поэтому не склонны витать в облаках и поддаваться эмоциям. Это люди-монолиты, на которых всегда можно положиться. Пятое число. Авантюристы. Непоседы, путешественники и авантюристы. Эти люди чрезвычайно любознательны, обожают разгадывать тайны и нередко уходят в мистицизм. Рожденные пятого числа. Неустанные фигаро, способные находиться в двух местах одновременно. Однако нетерпеливость и вспыльчивость часто играют с ними злую шутку. Стоит научиться принимать решения с холодной головой. Шестое число. Верные и надежные. Людям, рожденным шестого числа, присуща доброта, великодушие и развитое чувство ответственности. Они часто обладают художественными талантами и выбирают гуманитарные профессии. Это надежные друзья, на которых можно положиться в самых трудных ситуациях. Число 6 наделяет своего носителя любовью к гармонии и порядку. Это гостеприимные и радушные хозяева. Каждый гость в их доме будет обласкан, согрет и накормлен. Вместе с тем, эти люди – невероятные ревнивцы и собственники. Порой могут быть чрезмерно упрямы и навязчивы. Седьмое число. Мудрецы. 7 считается числом удачи. Это большие эрудиты, готовые с удовольствием поглощать новые знания. Часто связывают свою жизнь с умственной деятельностью. Среди них много ученых и педагогов. Эти люди очень требовательны к себе и своему окружению. Горячему сердцу предпочитают холодный ум. К недостаткам можно отнести упрямство, скрытность и любовь к спорам. Восьмое число. Властолюбцы. 8 – нумерологический символ власти и силы. Рожденные 8 числа становятся успешными бизнесменами и политиками. Часто занимают руководящие должности. В отношениях предпочитают доминировать. Падки на лесть. Самолюбивы. Стремятся ко всеобщему признанию. Деловая хватка делает этих людей достаточно жесткими и прямолинейными.
Чувство сострадания присуще им крайне редко. 9 число. Мечтатели. Присущи щедрость и великодушие. Они быстро забывают обиды и прощают чужие недостатки. Рожденные 9 числа добры, отзывчивы и преданы своим друзьям. Мечтательность и наблюдательность делают их хорошими писателями и драматургами. Число 9 также наделяет своего носителя рассеянностью и склонностью к расточительству. Стоит подтянуть финансовую грамотность. 10 число. Противоречивые. Рожденные 10 числа живут по принципу «либо все, либо ничего». Они честны, прямолинейны и не выносят интриг. Пусть порой это играет против них, но зато их окружают верные друзья, готовые встать за них горой. У этих людей много амбиций, но они не всегда способны четко определить цель. Число 11. Милосердные. Чуткие и тактичные люди. Они тщательно взвешивают каждое слово и никогда не лезут с ненужными советами и наставлениями. С самого детства они идут по пути милосердия и внутреннего развития. Духовность для них гораздо важнее материальных ценностей. Рожденные 11 числа имеют острое интуитивное чутье, граничащее с экстрасенсорным. Часто посвящают свою жизнь служению другим и хорошо реализуют себя в медицине. 12 число. Революционеры. 12 месяцев. 12 апостолов. 12 делений на часах. Это число имеет сакральное значение для всего человечества. Оно наделяет своего носителя невероятной силой воли и энергией. Эти люди умны, деятельны и способны изменить мир. Рожденные 12 числа – отличные организаторы. Они прекрасно владеют собой. Общительны, инициативны и амбициозны. 13 число. Вечные искатели. Число 13 наделяет человека вечным стремлением к совершенству и переменам. Эти люди имеют острый ум, все схватывают на лету. Но при этом звезд с неба не хватает. Если они погрязают в рутине, то впадают в хандру. Ради душевного комфорта носителям вибраций числа 13 нужны крепкие долгосрочные отношения. 14 число. Свободолюбивые. Рожденные 14 числа наделены пытливым умом экспериментатора. Они обаятельны и влюбчивы. Всегда имеют на примете несколько пассий. Обладают самым настоящим животным магнетизмом и неуемным сексуальным потенциалом. При этом добиваются достаточно посредственных результатов в карьере. Люди числа 14 – свободолюбивые птички. Они могут казаться серьезными и практичными, но с легкостью избавятся от тех, кто усложняет им жизнь. Абсолютно не контролируют себя в порыве ярости, о чем потом сильно жалеют. 15 число. Изобретатели. Обаятельные личности с большим творческим потенциалом. Умеют ставить правильные цели и достигать высот в карьере. Обладают яркой индивидуальностью, чрезвычайно любознательны. Вместе с тем, они очень ранимы и со скрипом воспринимают любую критику. Иногда испытывают нехватку внутренней дисциплины и терпения для решения сложных задач. 16 число. Аналитики. Вибрация этого числа наделяет человека незаурядным умом и наблюдательностью. Такие люди щедры, ответственны и независимы. Часто полагаются на интуицию и не ошибаются. Незаменимые работники в коллективе, нередко живут в плотном контакте с семьей. С годами люди числа 16 становятся более замкнутыми, сдержанными и малообщительными. Им не свойственна поверхностность, они не желают распыляться на пустые разговоры. 17 число. Философы. Родившиеся 17 числа всю жизнь ищут истину и смысл бытия. Они могут выглядеть очень сильными внешне, но очень нежные и ранимые в душе. В повседневной жизни часто полагаются на интуитивное чутье, будь то сфера отношений, хобби или поиск места работы. Но отказ и критика действуют на них угнетающе. 18 число. Аристократы.
Вибрационный код 18 числа награждает амбициями и яркой харизмой. Эти люди – настоящие боевые машины, готовые до конца отстаивать свои интересы и убеждения. Как правило, успешны в карьере и финансово независимы. Любят красиво жить и уделяют большое внимание своей внешности и здоровью. Осторожны и расчетливы. В отношениях ставят взаимоуважение превыше всего. 19 число. Стабильное. Рожденные 19 числа нередко консерваторы до мозга костей. Впрочем, встречаются инноваторы. Это решительные, практичные и энергичные люди, предпочитающие стабильность в личной и деловой жизни. Высоко ценят материальное благополучие. Нацелены на то, чтобы окружающие признали их исключительность. Могут быть дотошными и чванливыми. Но в любви они невероятно заботливые и чуткие. 20 число. Ораторы. Открытые, компанейские, легко заводят новые знакомства и активно участвуют в различных мероприятиях. Отличные ораторы и надежные друзья. Незаменимые командные игроки. Всегда готовы прийти на помощь и отдать последнюю рубаху. Им с легкостью дается все задуманное. Однако они редко ценят то, что имеют, и склонны жаловаться на жизнь. 21 число. Альтруисты. Вибрация 21 дня месяца наделяет человека легким и веселым нравом. Деньги и удача прямо-таки липнут к ним. Эти люди готовы трудиться ради высокого статуса и выбирают себе партнера под стать. Порой бывают весьма циничными. Они одержимы чувственными утехами, но не склонны заводить отношения на стороне. Хотя могут позволить себе одноразовые интрижки. 22 число. Наставники. Люди, рожденные 22 числа, обладают богатой фантазией, человеколюбием и сильным намерением воплотить задуманное в жизнь. Они любят учиться и делиться знаниями. Это прирожденные педагоги. Дисциплинированность. Одно из их самых сильных качеств. На этих людей можно положиться. Они всегда отвечают за свои слова и поступки. При этом им порой недостает уверенности в себе. Без поддержки и похвалы путь к успеху может быть очень трудным. 23 число. Непостоянные. Увлекающиеся личности и жизнелюбы. Обладают богатой фантазией, но порой склонны убегать в мир иллюзий. Больше всего ценят в своей жизни свободу. Ненавидят держать перед кем-либо отчет. Благодаря острому уму, креативности и многочисленным талантам могут состояться практически в любой профессии. Но зачастую им не хватает душевных сил, чтобы преодолеть житейские трудности. Рожденные 23 числа весьма изобретательны, когда дело касается вкушения запретного плода. Это может стать большим сюрпризом для их возлюбленных. 24 число. Аккуратные. Благоразумные. Осторожные и внимательные к деталям. Перед принятием важного решения просчитают все варианты и последствия. Не любят рисковать, поэтому нередко упускают возможности. Большие аккуратисты и гурманы. Рожденные 24 числа не соблазняются краткосрочными интрижками. Они отдадут предпочтение стабильным отношениям, ради чувства защищенности и уверенности. Это люди с сильно развитым чувством долга, надежный тыл для друзей и семьи. 25 число. Ясновидящие. Носители вибраций 25 числа склонны к глубокому самоанализу. У них настолько сильно развита интуиция и проницательность, что это даже граничит с экстрасенсорными способностями. Эти люди обладают невероятным магнетизмом, поэтому в их окружении всегда много друзей и почитателей. Для полного счастья рожденным 25 числа нужны постоянная смена декораций и поменьше забот. При этом они руководствуются не только внутренним чутьем, но и разумом. В том числе при выборе спутника жизни. 26 число. Преданные. Для этих людей быть счастливыми означает быть нужными и полезными. Им жизненно необходимо опекать, помогать и защищать других.
Они обладают мощной энергетикой, волевым характером, добротой, честностью и открытостью. Как правило, добиваются успеха во всем, за что бы ни взялись. Однако эти люди бывают тщеславными, чрезмерно властными и авторитарными. Такие люди обожают чистоту и порядок, граничащий со стерильностью. 27 число. Эстеты. Этих людей характеризует врожденное чувство прекрасного и постоянное стремление к совершенству. Они обладают богатейшим внутренним миром, добры и приветливы со всеми, но способны выбросить из своей жизни любого, кто их обидит. Носители вибраций числа 27 обладают мощным воображением, способны ясно видеть цель и пути ее реализации. Они не полагаются на удачу, а берут свое трудом и напористостью. Оптимисты никогда не склоняются перед трудностями. Нуждаются в заботе и близком контакте с любимым человеком. 28 число. Ответственные. Законопослушные моралисты и правдорубы. Они обожают читать нотации и призывать к порядку. Прирожденные правоведы. Однако им очень сложно признать собственную вину. Поэтому виновными всегда оказываются обстоятельства или другие люди. Очень ценят домашний уют и душевный покой. Весьма требовательны к своему окружению. А их спутнику жизни полагается быть идеальным, иначе не избежать постоянных выяснений отношений. 29 число. Парадоксальные. Не без труда в этих людях сочетаются мягкость и дипломатичность с бунтарством и напористостью. Они быстро увлекаются и также быстро теряют интерес. Умеют зарабатывать и тратить со вкусом. А вот в личной жизни по умолчанию все не так гладко. Их нестабильный характер способен испортить даже самые гармоничные отношения. Чтобы ужиться с человеком, рожденным 29 числа, необходимо обладать эмоциональной стабильностью и почаще нахваливать своего трудного избранника. 30 число. Бизнесмены. Экстраверты и оптимисты. Мастера многозадачности. Очень выносливы, обладают феноменальной памятью. Умеют концентрироваться на первостепенных задачах. Способны достичь небывалых высот в карьере. Они постоянно находятся в самой гуще событий и в окружении интересных людей. Обожают поюморить, благодаря чему с легкостью преодолевают все жизненные трудности. В людях ценят жизнелюбие и верность. Дают ценные советы и никогда не лицемерят. Ненавидят интриги и сплетни. 31 число. Отважные. Смельчаки и сорвиголовы. Никогда не упустят возможность изменить свою жизнь к лучшему. Если уж взялись за дело, доведут его до совершенства. Работают на статус. Выкладываются на все 100%. И того же требуют от окружающих. Не терпят однообразия и уныния. Поэтому с головой погружаются в новые знакомства и проекты. Обожают путешествовать и не боятся прыгать выше головы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким сегодня и всегда.